приборы, тени новые. Много чего у них нету, румян нету, я хотела кремовые румяна, нету цветов. Тут водка, о, тут Хоффман красивая, да? 64 85 долларов. Цены в долларах. Цены в евро. Тут всякие конички. Дэнни Мартин. Покрасивая бутылка. Дэнни Мартин. Ксу. Золотая бутылка. Вайн шампань. Так, ну все. Я алкоголь точно не покупаю. А то в косметику еще схожу. Шосейда тоже есть. Кое-что. Всякая парфюмерия. Дольче & Габбана. Цен нету. Новинка. Новинка. Дольче. Попробуем. Calvin Klein. Тоже понравилось. Перпори. Вот эта новинка. Так, а сколько стоит, интересно? Чуть ничего не пишут там. Потому что на коробке написано. Да, написано 71 евро. 71 евро. А, 50 миллилитров. Тут мне аромат понравился. Такой вот duty free. Домодедово. Ну, вот сейчас я в лаунже для бизнес-класса. Так, в лаунже народ сейчас мало. Так, посмотрим, что здесь покушать. Салат оливье есть, фруктики, вот такие вот бутерброды с колбасой, что еще? Рис с овощами, какие-то котлеты даже, мини-голубцы, ленивые, под красным соусом. Угу. Курица барбекю, гречневая каша. И какие-то даже разновидности супа. О, вот так вот. Все сладкие булочки. Кек столичный. Ну, всякие напитки. Так, возможно, что продают duty free. Ну, вот либо максимайзер, либо стоят они 5500 йен. То есть 55 долларов примерно. А в Токио они стоят 75 долларов примерно. Фирма симпатичная, очень румяная.
хотел сказать, дешево, 71 доллар, в Японии 100 долларов. Такой наборчик симпатичный, новый Кертейн, 75 долларов. Самолет дешевле всего, в принципе. Смотрите, даже Микимото продают такой вот колье. Микимото стоит здесь 1800 долларов примерно. И есть вот такие вот цепочечки, тоже с жемчугом. Это стоит 600 долларов. Вот это 560. В общем, такой вот дьюти-фри в самолете взяли. Ну вот мы и приземлились, аэропорт Нарита. Еще такая выдача багажа. В Японии сразу бросается в глаза чистота, везде ковры. Ну, здесь очень удобно все сделано, автобусы ходят, лимузин, басы до любого отеля. Практически каждые 5 минут можно доехать на Шинкансене. Расписание.